Если говорить точно, то уже в эту субботу Рязанская областная филармония откроет свои двери для гостей в новый 76-й сезон. Само открытие пройдет по-современному – ночью. Мы решили открыть сезон филармонической авантюры. Мы ее так на афише и назвали – «Ночная филармоническая авантюра». Когда рязанцы могут посетить все закоулки филармонии, безопасные для их жизни, естественно, и увидите наши коллективы в не очень обычной обстановке. И будут задействованы все даже на сценической площадке. Руководство и творческий состав филармонии подготовили для своих гостей много-много сюрпризов. Новая программа, обещают руководители, не оставит равнодушным никого, ни ценителей поэзии, ни меломанов. Готовим такие, знаете, стилевые коктейли классической музыки, музыки 20 века, с сложным языком, заканчивая музыку кинематографа или каких-нибудь компьютерных игр. И такое тоже у нас будет. До начала пресс-конференции съемочным группам удалось захватить фрагмент репетиции симфонического оркестра совместно с танцевальной группой. Что ж, будем ждать официальной части. Это событие ни в коем случае не останется незамеченным в нашем городе.